Так, с утреца десятка ожила, как и вчера, в общем. Что такое? Прям камнем падают. У нас тут уток просто немерено как-то. Чарка-чарка-девятка очень громко. Володя, нахожу все, Володя, Кавказе, прием. Ну, станция. Здоровье, подходи почаще. Вот Ривкар отреха. Ульяна Роман 3, Щука, Щука, центр, всем прием. Секунду. Так. Сейчас будем работать на вызов общий. О, север идет. Хельсинки. Отлично. На этом и друг диапазона. Радио 3, Мария, Борис, Дима, Ульяна, Сергей, Перещук, радио 4, 73, Владислав. Доброго, 73. Будьте здоровы и до встречи. До свидания, 73. Здесь Ульяна, Сергей 5 и Щука, Роман Василий. Ульяна? Что с приправой? Name is Tovko, yes, so you know it. And I'm 300 kilometers north of Helsinki, the countryside. And we have a lovely, lovely, lovely weather at the moment. Sun is shining. It was maybe frost or very close to the freezing in the night because sky is clear and we still have springtime here in Finland. Well, but the weather is improving. I'm sure it will. Всем на 11, здесь 11:39, Запорожье. Всем прием. Да, мощь на станции идут. Очень. Ты в натуре, я уже не слышу. Ну так это ж не ваш сигнал, не ваши антенны, а мои. Шалом, Жора. Ну так не жить, однако. Однако, да. А шо, откуда кацапцы? Вот, пока попрощаюсь, 73, хорошего дня, дальней связи. Москва, наверное, да? Здесь Барракуда приглашается, 27090. 27090 приглашает Тверская область для всех на приеме. Василий, попрощаюсь. Всего доброго, 73. Барракуда, Барракуда, Тверская область, Запорожье, 11:39. Принимаете? Ребята, я приглашаю 27090. Частота 27090. Да, хорошо. Так, Тверская, Барракуда, Запорожье. Здесь 11:39. Принимаете? Да, да, сейчас, секундочку. Вот вышло пристанция, наверное, 48 там начиналось. До 48-го здесь Барракуда на приеме. Понятно, значит, 48-й. Мадим. Александр, напомню, Саша Кибра на приеме. Саша, добрый день или доброе утро. Где это же оглушительно Георгий из Запорожья, Колыма один. Да, Георгий, принято, принято. Доброе утро, у нас утро. Вот. Как модуляции? Нормально, высокие, низкие. А то вот немножко народ говорит, очень много высоких на приеме. Да, нормально, только надо чуть эхо убрать на приеме. Сейчас вот вообще убрал эхо, а сейчас как стало на приеме. Так информативный сигнал, а так просто как накачанный сигнал, плохо читается на приеме, Саша. А ну то сейчас плохо читается, да, сейчас хуже стало на приеме. Наоборот, сейчас этот, он читаемый сигнал. А то есть лучше стало, чем вот и было, да, на приеме? Так, если
точно не приїде. А я сама сонячна. Тепло до 20 градусів. Ну, по апаратурі анатоми 4-5. А вам 3 семерки плюс 200 ватт и антенна 3/4 в частном секторе. Мы приняли, Сашка? Да, все принято, все принято. Спасибо большое за подход. Вот, с утра сегодня открылось прохождение. Обычно оно там после обеда открывалось, а сегодня с утра пораньше. Вот, Георгий, вопросов нет. Раз за очередную связь, за встречу. Если есть что-то, постараюсь ответить. А так предлагаю хорошего дня. И 73 на приеме. Да, Саш, вопросов нет, но лучше пожелание 73. Бай-бай. Да, принято. Ну, здорово, какой-то станции 9 в плюсах. Всего доброго, Георгий. До будущих радио 73. А приглашают радио «Барракуда», Тверская область. Область Тверская для всех на приеме. «Барракуда», Запорожье. Запорожье, 11:39. 11:39. Доброе утро, доброе утро. Александр, Саша, город Кимров, Тверской области. А на приеме. Да-да, тезка, принято. Тоже Саша звать меня. 5-9 с плюсами проходите. Александр, Запорожье, 11:39, позывной КСЛ. Да, Саш, принято, принято. А просто зашел в гараж, холодно тут. А что у меня с частотой? Не подскажете, где я стою на приеме? Ну, 27090 по СВшке моей КСЛ. Ну, ровно, да. А ни туда, ни сюда. В общем, практически на частоте, да, на приеме? Да, нормально пойдет. Ну все понятно, спасибо. Просто обычно на 100 кГц так аппарат прогревается, на 100 кГц выше становится. Вот, Саша, спасибо за подход. По аппаратурке, наверное, слышали. 400 в данный момент и 4 элемента ЕГЭ на юг. Ну, в вашу сторону практически. Вот, погодка 1 градус был ночью. Сейчас не знаю, сколько, но солнечно обещаю, даже градусов 20. Вот, так что... Такая вот информация. А, на приеме, Саш. Да, вы рапорт не дали. Как принимаете меня? Ну, как и это бывает. Не проснулся еще, наверное. 8-9 баллов. Вот так немножко станция колеблется от 8 до 9 баллов, Саш, на приеме. Да-да, здесь антенна квадрат в горизонте, около сотни ватт на выходе. СВ-2011RDX, коротковолновый. Вот такая вот аппаратура. За окном, за бортом 24+. Ну, у нас жарко. Хорошая погода, КСЛ. Да, принято, принято. Понятно, принято. Спасибо большое за связь, за подход. Вот. Вопросов нет. Если есть, то постараюсь ответить. А так, хорошего дня, хорошего настроения. Самое главное, здоровья. И дальних связей на приеме. Да, тезка, рад был встрече. Пытаний не буду. И всего доброго вам. 7-3, до свидания. Да, Саш, пока-пока. Thank you.
хорошо, принимаю вас. 5859, Александр, Запорожье, 1139. Какая мощность на машине там? Ультра 148 GTL X Plus и SD200 помощник. И антенна четверть на ниве на багажнике. О, так это ж прям мечта. Отлично. Очень хорошо проходите, давите здесь все QSL. Да-да, удачно там проехаться и всего доброго, до свидания, 7-3. Всем здесь Запорожье, Запорожье, Украина, 11-39, всем прием. 9, громко, громко, четко, без проблем. До 9 баллов. Александр, Саша, город Кимры, в Тверской области. Для 1-39 на приеме. Да, 1-1-39, 11-39. Ну, мы с вами работали в ССБ, но там в ССБ у меня КВ-аппарат, а здесь Ясанчик в ЧМе. Ну да, тоже хорошо, проходите мощненько на прайманнике. Да, принято, принято. А с модулем что? Как с высокими здесь фейми на приеме? Нормальная пробивная модуляция. Вы же понимаете, вот эти всякие примочки типа эхо, шмеха, оно что-то мешает. Поэтому такой среднечастотный, чуть высоких есть, я думаю, хватает нормально. Да, принято, принято. Спасибо большое, спасибо. Сергей, да, по-моему, на приеме? Не, как вас зовут, Саша? А, да, 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 тезка, все правильно, Саша. Ясно, спасибо еще раз за подход, вот. Еще раз, еще можно услышимся в течение дня. Что-то народу там много, двадцатки, просто балаган у нас. Денеги старинные, у нас 1971 года, это мне 5 лет было, прикинь, пацану. Еще меня ребенком помнят. Уже мне 5 лет было, а по денег уже где-то с завода выскочил. Еще в Советском Союзе, он сейчас у меня работает, прикинь. Какие у меня тут киловатты на приеме. Ну да, принято. Ну здесь итальянский стандартный усилитель около сотни дает. Вот. Антенна квадрат в горизонте. Вот. И Ясанчик. Ясан 5 такая аппаратура. Ну хорошо, принимаю. Давите здесь всю частоту. Какая антенна? Антенна какая? ГП четверть полная на пятиэтажке. Ну, на массе там еще где-то получается опорный заряд метров 20 на грунтом прием. Да-да, принято. Не, ну, главное в нашем деле антенна. А какая там трансивер-то такое? Хорошо, все, спасибо за QSO, рад был встречи. Вопросов не будет, тогда 7-3, до свидания. Да, до побачення.